Мы просто пошутили, Ханна. Сегодня годовщина таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Я точно знаю. Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Ничего себе. Готовы снова подружиться. Бум! Эффект бабочки. Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши за... Хватит! Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо. Ты это слышал? Что это на тебе за балахон? А вот наш пропуск в мир духа. О, кстати, берегитесь Джоша, он приколист. Сама напросилась. Джесс! Джесс! Итак, читаю. Для контакта с миром духов вы должны освободить свой разум от всех предубеждений, отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, а? Поехали. Да, давайте. Ну ладно, будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная, тебе и быть медиумом. Ладно. Дух, ты здесь? Если да, подай нам знак, явись нам. Постойте-ка! Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется! Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Как мы можем помочь? Не знаю. Что это значит? Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Кто же ты? О, опять! Так, С. Е. С. Т. Р. А. Сестра. Сестра. Чья сестра? О, да ладно, чё, реально? Заткнись! Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка... Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. Кто... говорит с нами. Ханна, это ты? О, боже! Да бросьте вы! Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, с чего начать. Смотри, если это действительно Ханна, мы... можем спросить, что случилось. Джош? Я выдержу. Ладно. Сейчас. Ханна, мы скучаем и хотим знать, что с тобой случилось. Ты можешь... рассказать. П. Р. Е. Д. О-о-о. Мне уже страшно. Предали. О чем она? Движется. О, боже. У. Б. И. Л. И. Нет, нет. Убили? Мы их не убивали. Это же была шутка. Эш, успокойся, ладно? Надо спросить еще. Прости, прости. Ребят, меня. О чем это она? Спроси, что случилось. Надо же узнать. Спроси, Эш. Так. Так. Как ты умерла? Ханна, что с тобой случилось? Б. И. Б. Библиотека. Может, в библиотеке что-то? У. Л. И. К. Улика. Значит, есть улика. В библиотеке?
знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю. Может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем? Но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эшли. Только этого мне не хватало, придурки! Пойдем его догоним? Да ну его. Не, лучше не надо. Пускай остынет. Я его не виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Да не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Джесс! Джесс! О, твою ж мать! Джесс, давай, выходи. Это не смешно. Джесс, эй, ты здесь? Охренеть! Чуть и штанов не выпрыгнул. Откуда тут эта фиговина? Джесс! Эй! Любовь моя! Слышишь? Это не смешно. Джесси.